Я могу уничтожить гнездо. Слушай, может, на сегодня тебе хватит риска? Включу все ядра, перегружу их и включу продувку реактора. Тогда внутри все превратится в пепел. Я не пытаюсь тебя отговорить, просто не хочу, чтобы ты сама погибла. Вот что я сделаю. Тут есть механизм аварийного сброса излишков энергии. В каждой башне есть блоки конденсаторов. Они эту энергию принимают. Если я их отсоединю и включу продувку системы, гнездо превратится в пепел. Я вообще не понял, что ты сказала. Короче, держись за что-нибудь. Я могу уничтожить гнездо. Слушай, может, на сегодня тебе хватит риска? Включу все ядра, перегружу их и включу продувку реактора. Тогда внутри все превратится в пепел. Я не пытаюсь тебя отговорить, просто не хочу, чтобы ты сама погибла. Вот что я сделаю. Тут есть механизм аварийного сброса излишков энергии. В каждой башне есть блоки конденсаторов. Они эту энергию принимают. Если я их отсоединю и включу продувку системы, гнездо превратится в пепел. Я вообще не понял, что ты сказала. Короче, держись за что-нибудь. Я могу уничтожить гнездо. Слушай, может, на сегодня тебе хватит риска? Включу все ядра, перегружу их и включу продувку реактора. Тогда внутри все превратится в пепел. Я не пытаюсь тебя отговорить, просто не хочу, чтобы ты сама погибла. Вот что я сделаю. Тут есть механизм аварийного сброса излишков энергии. В каждой башне есть блоки конденсаторов. Они эту энергию принимают. Если я их отсоединю, включу продувку системы, гнездо превратится в пепел. Я вообще не понял, что ты сказала. Короче, держись за что-нибудь.
Рикардо, сейчас я спалю гнездо. Держись! Остались твари. Черт. Прости, Рикардо. Ты только возвращайся скорее в штаб, ладно? Пожалуйста. Все системы на станции начали перезагружаться. Освещение, транзитная линия, возможно, даже связь. Короче, это наш шанс. Беги быстро. Времени у нас мало. Я спускаюсь с Сиксом Телеком.
Вагон следует до научно-медицинской башни. Рикардо, я в госпитале. Ты добрался до центра связи? Да, но слишком поздно. Аполло успел очухаться и снова вырубил внешнюю связь. Ну вот. Так зачем ты меня сюда послал? Переходим к плану Б. Я видел на мониторах, что к станции подходит корабль. Думаю, это Анасидора. Наверное, Марло успел выслать коды автопилота. Ну, когда связь ненадолго включилась. Надо на него попасть. Он причалил? Нет, но стоит рядом. Иди к шлюзу госпиталя. Там челноки. Далеко на таких не улетишь, но до корабля дотянешь. Ясно. Я тут вижу, что один челнок уже вылетел. Его взял Марлоу. Уэйтс хорошо тут поработал.
Челнок уже вылетел. Его взял Марлоу. Вагон следует до технобашни Лоренс. Центру связи Sixen Telecom, службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. Thank you.
стандартом Сиксон. Подайте жалобу. Говорит Ламберт. Подтверждаю задержку с получением груза руды для доставки на Землю. Я ввела начальные координаты в системе Эпсилон-сетки согласно утвержденному буксировочному маршруту. Следующей записью будет подтверждение вылета к Земле. Thank you.
Капитан Даллас, первая запись в бортовом журнале на обратном пути от Эдуса к Земле. Когда вернемся, я намерен потолковать с координатором полетов. Нашего научного сотрудника заменили за 2 дня до вылета безо всяких причин. Я не сомневаюсь в квалификации нового члена экипажа, но так не делается. Я просто хочу, чтобы мне объяснили. Груз мы готовы принять по первому требованию. Даллас, капитан Нострома, конец связи. Рассказать вам о технике безопасности на Севастополе.
Ламберт, штурман Нострома. Координаты всех навигационных маячков из Солнечной системы были проверены и приняты бортовым компьютером. Мы должны выйти на связь с космодромом в Антарктике 22 октября. Конец связи. Thank you.
Говорит капитан Даллас. Первая запись в бортовом журнале на обратном пути от Эдуса к Земле. Когда вернемся, я намерен потолковать с координатором полета. Нашего научного сотрудника заменили за 2 дня до вылета безо всяких причин. Я не сомневаюсь в квалификации нового члена экипажа, но так не делайте. Я просто хочу, чтобы мне объяснили. Груз мы готовы принять по первому требованию. Даллас, капитан Настрома, конец связи. Запись номер 340. Так, теперь надо потише. Устроил себе маленькое логово в терминале космопорта. Не номер люкс, но вполне уютно. По дороге набрал полную торбу всего необходимого и еще кое-чего для души. Постарался не попасться никому на глаза. Всюду полно людей с пушками. Моргнул, не успею, пристрелят. У меня тоже пушка есть, но я не все. Короче, я тут хорошо устроился. И терминал рядом. Если прилетит какой-нибудь, я узнаю первым.
Выход к госпиталю Сан-Кристобаль и центру андроидов. Уважайте других пассажиров. Не мусорите в вагонах.
Работаем по две смены. Не увидим премию, обратимся в профсоюз.